Здравствуйте, меня зовут Анна Бережная. Сейчас все о самых интересных культурных событиях на ближайшие дни. В рамках гастролей Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова на Приморской сцене Мариинского театра состоится хореографический спектакль в двух действиях по мотивам романа Льва Николаевича Толстого на музыку Альфреда Шнитке «Анна Каренина». Спектакль – лауреат премии Вильняуэва 2013 за лучший иностранный спектакль. Режиссер-хореограф Анжелика Холина. Начало в 19:00. Стоимость билетов от 1000 до 3500 рублей. Международный автосалон «Владивосток-2018» пройдет во Владивостоке с 11 по 13 мая на территории Приморского кольца. Там откроется специально спроектированный экспоцентр площадью около 4000 квадратных метров. Автомобильная выставка, площадка для бизнес-коммуникации, ворота для иностранного бизнеса, заинтересованного в выходе на российский рынок. На выставке можно увидеть новинки автоиндустрии и купить интересующую продукцию, провести деловые переговоры, заключить соглашения и контракты, привлечь новых клиентов. Вход свободный, выставка будет работать с 10 до 18:00. На эстрадную концертную программу «Русский романс, французский шансон» приглашает Приморская филармония. Начало 18:30, стоимость билетов 500 рублей. А на сцене театра молодежи дадут спектакль «Все начинается с любви». Это лирическая комедия о человеческой любви и дружбе, которые зачастую оказываются единственным оружием против чиновничьего бюрократизма. Начало 18:30, стоимость билетов от 200 до 350 рублей. Хотите стать более выносливыми и уверенными в себе? Если фитнес или тренажерный зал кажется вам скучным, тогда вам на открытый урок под тхэквондо, уверяют его организаторы. Бесплатная тренировка состоится в спорткомплексе «Молодежный». Начало в 20:00. День инноваций на Дальнем Востоке. Первую конференцию о внедрении инноваций в регионе запускают Сколково и ДВФУ. Предприниматели, исследователи и институты развития встретятся, чтобы неформально обменяться опытом внедрения новых технологий. Мероприятие состоится в кампусе ДВФУ, корпус А, 4 уровень. Участие бесплатное, но необходима регистрация, которая начнется в 10:00. Четвертьфинал Приморской лиги Международного союза КВН состоится на сцене «Феска-холл». За выход в полуфинал будут бороться лучшие команды Дальнего Востока. Начало в 19:00, стоимость билетов от 300 до 600 рублей. На очередной концерт из цикла «Рыцари баяна» приглашает Пушкинский театр. Для вас сыграют лучшие баянисты Дальнего Востока. Начало в 17:00, стоимость билетов от 300 до 600 рублей. На познавательную программу по истории города «Старый Владивосток» детей от 9 лет приглашает музей Арсеньева. Там расскажут, кто защищает город, какие заливы и проливы его омывают. При помощи архивных фотографий можно будет узнать, какие старинные дома сохранились до наших дней. Начало в 15:00, стоимость билетов 200 рублей. Танцевальный конкурс «Красный квадрат» пройдет в театре «Андеграунд». Вы увидите выступления хореографических коллективов и отдельных исполнителей разных стилей и направлений. Начало в 9:00, вход свободный. Роллер-школа «Колесо» приглашает на мастер-класс по катанию на роликовых коньках на набережную Цесаревича. Организаторы уверяют, неважно, в первый раз ребенок встает на ролики или катается пятый сезон подряд. Профессиональный инструктор роллер-школы поможет уверенно освоить ролики, скорректировать технику и даже освоить трюки. Начало в 12:00, вход свободный, обязательно предварительная запись. Спектакль-комедия «Женихи» или «Как родители дочки жениха выбирали» состоится на сцене «Феска-холл». Сцена станет своеобразным подиумом для женихов. И главными оценщиками этого нелегкого и ответственного процесса станут, естественно, будущие тести и теща в лице известных артистов Татьяны Кравченко и Александра Панкратова-Черного. Начало в 19:00, стоимость билетов от 1000 до 2500 рублей. А на сцене театра «Кукол» премьера. Спектакль «Солнышко и снежные человечки» – это сказка для детей от 3 лет о приключениях двух снеговичков, которые отправляются на поиски солнышка и помогают зверям пережить морозную зиму. Начало в 12:00, стоимость билетов 270 рублей. Пока на этом все. Хороших выходных и до встречи на культурных площадках Владивостока.